ученицы, ближе сущие Лидии и Агии ученицы, есть ученика, Варнава же преемником приведя к апостолам и поведать им, как на пути видя Бога по имени Господа Иисуса Христа, глаголыше же истяжавшися с Эллины, они же и с ночь, якобы убьют его, поемши же его ученицы ночью, свежие и живе расслабли, и рече ему Петр, ей-ей, исцеляет тебя Иисус Христос, воскликнув Господу, его Евангелие живе. Некая ученица имени Блажиша в горнице, ближе сущие Лидии и Агии ученицы, слышавши, яко Петр есть в ней, пославши два мужа к нему, молящий его, не сущий серна, изгнав же вон вся Петр, преклонь колено, помолися, и призвав святые и вдовицы, постави ее живу, уведано же бысть се, недовольны пребывать ему во имя. Слав к тебе, ты же добре сотворил, если пришедший его, и делай я и правду приятель высший, по всей Иудеи, по стране Иудейской, и во мир, и величайших Бога, тогда отвечал Петр, Богою же, и потекреститесь от Духом Святым, да аще упорали дар на те, и в Божьей Церкви, сущая в Иерусалиме, пославша Варнаву прийти на Жидонте, и братья, и же ныне вема воистину, я послал Бог ангел Христа Святый, отделите не Варнаву и Савла на тело, да не же призвав их, тогда постившися и помолившися, возложивши руки на ня, отпустивши их, сия Духа Бога, девяся поручений Господи, отвержися же от Папа Павел, и сущие с ним, предложим Вергилию Великую, Иоанн же отлучився от них, возвратися в Иерусалим, они же, прошедшие от Вергилии, предложим вам Антиохию Сидийскую, и жечь солнечный день, субботний Синоша, по почтению же закона и пророка, пославши начальницы солнечных дней, благовещие, мужи и братья, ваши исполнившиеся зависти, и вопреки глаголы, и колонские же, откуда же место предано благодати Божией и тело, еже скончаваста, пришедше же и собравши церковь. Аминь.
Господи наше, слава Тебе. Сердцем Тебе славите. Thank you.
Кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством. И тому дает, и этому дарует. Дела принимает и намерения приветствует. И деятельности отдает честь и расположение хвалит. Почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильная, насыщайтесь все. Телец велик, никто пусть не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение.